Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Из этих людей получаются хорошие инженеры и строители. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Люди с этим именем любят создавать и разрабатывать системы, программы, различные проекты. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Символом этого имени по преданию является планета Вулкан, которая связана с огнем и энергией. Обладатели этого имени способны жертвовать собой ради других. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Эта буква придает целеустремленность, стремлением к истине, но одновременно наделяет ее обладателя излишне романтизированным представлением как о себе, так и об окружающих людях, не замечая изнанки. Буква «Т» дает человеку настырность. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. На слух звук «Ю» в этом имени воспринимается неоднозначно. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.